древних времен человечество стремилось к передаче своих эмоций и мыслей через изображение. От примитивного начертания события к его яркой демонстрации. От описания окружающего мира к стремлению передать свои мысли и вызвать у зрителей чувства, желания и пристрастия. В начале веков, взяв краски и инструменты у природы, человечество стало менять и усовершенствовать свои изобразительные средства. В конце концов, люди создали принтеры и научили их наносить изображения любой степени сложности на любые поверхности, даже на невозможные. Мы являемся дальними партнерами и клиентами компании Sun. Мы приобрели и используем принтер Sun Evolution. Я хотела бы отметить, безусловно, высокое качество печати этого принтера, его простоту в использовании и экономичность. Также надо сказать о уникальности технологий компании Sun и его оборудования. Принтер Sun Evolution позволяет запечатывать любые поверхности, такие как стекло, зеркало, дерево, пластик, кожа, металл. В общем, любые ровные поверхности. Токопроводящие чернила, разработанные в лабораториях Sun, предназначены для высокотехнологичных процессов производства современной электроники. Печатные платы, радиочастотная идентификация меток и многое другое. Sun не просто сотрудничает с Новосибирским академгородком, в его лабораториях трудятся ученые с мировыми именами. Печатают эти принтеры не только на невозможных, но и на всех возможных поверхностях. Дерево, все виды ткани, стекло, фарфор и керамика, металл и любой пластик. Оригинальная посуда в ресторане или дома, такая, какой нет ни у кого, пожалуйста. Неожиданные цветовые и графические решения для кухни, пожалуйста. А также для мебели, стен, дверей, окон, крыш, потолков и напольных поверхностей.